Приветствую вас, Благословенная Церковь! Сейчас мы будем совершать материальное служение, будем служить Господу теми благословениями, которые Он нам дал, прославлять Его за это, и также служить Ему для того, чтобы имя Его распространялось на земле. И я хотел бы, прежде чем мы будем совершать это служение, хотел бы пару слов сказать о том, как прекрасно давать, и о том, что мы признаны давать. Знаете, я рассказывал утром, Недавно приезжает домой моя семья. И я смотрю, такие радостные, такие сбаломошенные. Друг через друга начинают рассказывать, не перебивать. Папа, мы были в магазине, там так интересно произошло. Мы ходили, и получается наши дети там маленькие бегали. И они любят конфеты. Я думаю, как у всех маленьких детей знают, что маленькие дети очень любят конфеты. И вот они бегают, пытаются маме эти конфеты дать. Но мама понимает, чем это грозит. И отлаживает эти конфеты в сторону. А этим стоял человек, и он смотрел, и ему, он думал, что мы не можем позволить себе купить конфеты. И он подошел и говорит, ну вот тебе вам там 20 долларов для того, чтобы вы могли себе купить конфеты. И эти приезжают, так рассказывают, такие довольные, такие благодарные. Для них это было такое большое чудо, что произошло. Они хотели, и им дали, незнакомый человек подошел и дал, э, дал эти деньги. А потом недавно я тоже, я поехал... Э, в Старбакса проезжал и решил купить кофе и подъезжаю, заказал, подъезжаю и спрашиваю, насколько я должен заплатить. Они говорят: нет, за тебя заплачено. Я говорю, как заплачено? Но ну, говорит, человек, который перед тобой ехал, он за тебя заплатил. Ну, мне так приятно стало, вау. Человек заплатил за меня. Я думаю, что же сделать? Ну, я тоже думаю, ну я тоже заплачу за того, кто за мной едет. А, провел карточкой, заплатил, и тоже так было приятно. И я а, были такие приятные моменты, что люди, которые, я думаю, что люди, которые дают, которые дают им приятно, потому что они делают что-то большое в их глазах, да, допустим, может быть это была мелочь какая-то, что там заплатили за кофе, но все равно было ощущение приятно, что вот я постарался, послужил этому человеку. И люди, которые получали вот как мои дети, они тоже были восхищены, восхищены, что вот человек ради них это сделал. Вы знаете? Я хотел бы сказать о том, что когда мы даем, когда мы жертвуем, когда мы служим теми финансами, которые нас Бог благословил, но, в принципе, не только финансами, нашими финансами, нашим временем, нашими делами, когда мы совершаем это служение, то мы получаем благословение от Бога. Мы получаем внутреннее удовлетворение, что мы совершаем то, что, чему мы предназначены. Мы предназначены давать, мы предназначены дарить. Дарить любовь, которую мы приняли от Бога, дарить благословение, которое мы приняли от Бога. 啊。Uh И, знаете, люди, которые совершают это, люди, которые понимают, что, в принципе, Бог оставил нас здесь на земле не для того, чтобы мы жили по принципу этого мира, только брать, брать ради меня, мир вращается ради меня, все это мое, все я себе буду слаживать. Как помните про богача, да, который слаживал себе все в жительницу, который слаживал все в себе в помещение, и в конце концов говорит, что, ты, зачем ты это делаешь? Я тебя это ночью уже заберу, тебе это ничего не нужно будет, для чего ты все это делал? Мы, христиане, намного умнее, чем, чем люди этого мира. Потому что Бог нам оставил Слово Свое, Бог нас научил, Бог нам дал мудрости. И на многие вещи, которые мы смотрим, мы понимаем не просто а, внешние признаки, которые происходят в этом мире или в, внешние принципы. Мы гораздо глубже, гораздо сильнее вникаем в это и гораздо больше знаем это. И вот один из тех моментов, который момент, когда мы даем как даяние, слово такое даяние, по-английски giving, да? когда мы совершаем это, то мы этим мы всех Богу. Потому что когда мы сможем, смотрим на дела Бога, Бог творил, Бог сотворил людей, и Бог начал давать людям, но Бог начал дарить людям. Даже смотрите, благодать мы спасены, мы спасены да? не от нас, а это Божий дар. Божий подарок, Бог подарил нам, Бог послал нам Сына Своего для того, что Он подарил нам да, он подарил, ради нас, отдал Сына Своего, совершил даяние, совершил подарок. И всякий раз, когда мы совершаем даяние, всякий раз, когда мы дарим какой-то подарок, то мы тем самым употребляемся Богу. Когда мы совершаем даяние, мы подражаем Богу, мы приближаемся к Богу. А когда мы дарим, когда мы совершаем какое-либо даяние, то мы показываем всем вокруг, что мир или принципы этого мира не управляют нами. Мы понимаем, что ходя здесь ногами по земле, мы живем небесным. Знаете, это очень важный принцип, что мы должны жить небесным. Потому что если мы живем земным, то э, враг, а сатана делает через то, через различные земные вещи пытается воздействовать на людей. И если человек начинает жить по его принципам, то он в жизни происходит, постоянно пишет так, как это переживание. Но если, ходя здесь по земле, мы совершаем и живем небесным, и, совершаем, и живем небесными принципами, то благословение Божие наполняет нас, мир Божий наполняет нас, любовь Божья наполняет нас, благодать Божья наполняет нас, и мы начинаем это садить, мы начинаем также дарить, мы начинаем даже тоже передавать, что мы приняли от Бога. А Бог наполняет нас. Аминь? Аминь. Аминь. Смотрите, Бог, когда там совершаем даяние, то Бог делает нас счастливыми. Когда мы даем, то Бог благословляет меня. Может быть, это, знаете, раньше были такие выражения, Бог благословляет меня финансами, и поэтому буду давать для того, чтобы я приобрел больше финансов. Но Бог благословляет меня гораздо большим. Бог благословляет меня смыслом жизни. Бог благословляет меня любовью. Бог меня благословляет тем необыкновенным, которые люди этого мира не знают и не понимают. И когда ты живешь этими принципами, твоя жизнь совершенно меняется. Вы знаете, я читал филиппийцам про апостола Павла, который говорит, что когда вы даете, он рассказывает, что вот церковь благословила, церковь помогла ему, и в а, 18 стихах написано, что я принимаю то, что, я пос, то, что вы послали мне, как благовоние, благовонное курение, жертву приятную, благогодную Богу. Бог мой, да восполни всякую нужду вашу по богатству своему во славе Христом Иисусом и вот когда они послали там было да, материальное служение они послали ему финансы они помогли ему они поддержали его он говорит я от вас ничего не просил я от вас ничего не требовал но то, что я, я жил тем что у меня есть христос я знал что я все могу в укрепляющем меня иисусе христе но я благодарю за вас что вы это сделали я благодарю за вас что вы совершили это служение и я принимаю это, это как служение потому что я, то что вы сделали вы сделали во славу бога то, что вы сделали, было приятно Богу, потому что то, что вы делали, это как курение, как же это благоприятно, это то, что ваше служение, когда вы совершаете, имя Божие прославляется, и Богу приятно видеть, что его дети совершают даяния, совершают подарки. Ему приятно видеть, что его дети живут по его принципам. И апостол Павел говорит об этом, он ободряет этих людей, которые живут этим, и он говорит дальше, что Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе христом иисусом то есть ваша жизнь будет замечательная жизнь ваша жизнь будет полноценная жизнь ваша жизнь будет удивительная жизнь и ваша жизнь не будет жить ценностями этого мира жить ваша жизнь будет жи находиться во христе и ваша жизнь будет наполнена богатством бога бога готовым приложить все на земле и я хотел бы, чтобы всякий раз в нашей жизни, когда нам нужно принимать решение, чем нам нужно заниматься, когда нам нужно понимать решение, куда нам нужно вкладывать наши финансы, куда нам нужно влаживать наше время, с кем нам нужно общаться, мы понимали, что наши действия, они восхваляют Бога. Наши действия, наши поступки, наши пожертвования, наши даяния – это как жертву Бога, к Богу, который возносится к небесам. И это приятно Богу. Вы хотите делать приятно Богу? Служите Ему. Дарите ему, отдавайте себя ему. Аминь. Давайте помолимся. Господь, слава то, что Ты любишь нас. Слава то, что Ты сделал нас своими детьми. Слава то, что Ты меняешь нас, вдохновляешь нас, наполняешь нас любовью, милостью, радостью, миром. Слава то, что мы никогда не являемся одни. Благодарю Тебя за это. Благодарю Тебя за церковь, в которой можешь собираться здесь, Господи, общаться и прославлять Тебя, Господь. Наполняться, Господь, присутствием и силой Твоей, Господь. Слава то, что Ты Бог, Который никогда не оставляешь нас. Я, Господи, я прошу сейчас, благослови каждого из нас с пониманием, что Ты хочешь, чтобы мы делали в нашей жизни. Куда Ты хочешь, чтобы мы влаживали нашу жизнь, наши. Время, наши финансы, наши Господи отношения с Господи. Я прошу, благослови. И вот сейчас мы будем совершать служение. Мы совершаем служение для прославления Тебя, Господь. Мы показываем, что мы поклоняемся Тебе. Мы верим в Слово Твое, мы верим в истину Твою. Я прошу Тебя, Господь, благослови. Благослови каждого, кто будет совершать сейчас даяние. служите Тебе, Господь, материальным, Господи, благом, которое Ты нам даешь. Я прошу Тебя, благослови вас да во многократ. Я прошу, Тебя, благослови нашу церковь и славься в нашей жизни и через нашу жизнь. аллилуйя все. Господи, хвала. Аминь.